перестрелка выяснит, кто лучше всех владеет оружием. Сука! Я считаю, что он не перестрелян. Этот зубной техник меняет верхний мозг с одного удара. Твоя ноша, говорят, не тянет, да? Да и не стрелял я даже с них до вчерашнего дня. На самом деле, такие мероприятия, они раскачивают оружейную культуру гораздо лучше, чем соревнования. Пусть победит сильнейший. В нашей перестрелке сегодня финал. Прямо сейчас перестрелка выяснит, кто лучше всех владеет оружием. И кто уедет отсюда с новым карабином от компании АТА Туркуа-2. В финале встретятся Игорь Петров и Даниил Кузнецов. Они оба представляют команду зрителей. Им предстоит пройти 6 этапов на время. Первый. Тактическая стрельба. Участнику необходимо сбить 11 мишеней. Это 10 попперов, один из которых активирует дополнительную цель. Второй рубеж. Стенд. Задача – поразить 6 летающих тарелок. Затем идет третье испытание – стрельба из полуавтоматического карабина по взрывающимся мишеням. На четвертом этапе вести огонь предстоит из травматического пистолета с неустойчивой платформы. После этого из болтовика нужно попасть в 3 пиротехнических мишени. И завершающий аккорд – стрельба из высокоточного оружия на 100 метров. По дистанции игроки будут перемещаться с тяжелым мешком. Тот, кто быстрее пройдет все испытания, заработает дополнительные 5 очков. Мы должны сейчас выяснить, кто же пойдет первым на рубеж. Орел? Орел. Орел? Решка. Открываем. Орел. Орел. Даниил, ты первый. Желаю тебе удачи. Спасибо. Пусть победит сильнее. Спасибо. И тебе. Даниил Кузнецов. 32 года. Работает зубным техником. Спортивного звания разряда не имеет. Но занимается выживанием, занимается ориентированием, военной медициной. Итак, мы слышим сигнальные выстрелы шелестовые. И я иду на первый этап. Что первый этап? Опять же. Так, я уже где-то это видел. По-моему, даже я это делал. Это первый этап. Бронежилет и дробач. Нужно поразить мишени, которые стоят сегодня чуть подальше, и их чуть побольше, нежели в 1/4 финала. Даниил Кузнецов, Российская Федерация. Не удосужился я спросить регион, в котором проживает молодой человек, женатый молодой человек. Пока что нет детей, но я уверен, что у такого ответственного гражданина должны быть хорошие в будущем дети, воспитанные. Человек, который действительно ориентирование, выживание, спасение людей, медицинская помощь в военных действиях. То есть человек, который занимается именно этим ремеслом, наверняка, не наверняка, а даже 100% является дисциплинированным. Посмотрите, как выглядит этот человек. Вот. Внешность человека говорит обо всем. Глядя на Данила, можно сказать, что человек хороший. По профессии зубной техник, действующий. То есть его основная профессия – это лечить зубы людей. Ну и глядя на его хорошую физическую форму, вот он проходит первый этап. Все, жилет сбрасывай, хватай двухстволку. 6 патронов. Сначала левая. Второй этап. Нужно стрелять по... тарелки, которые вылетают из бойниц вот этих вот стартовых пашек. Есть первый выстрел. Ну что могу сказать, зубной техник, техника еще и с оружием. К сожалению, второй промах. Еще есть 4 выстрела, я так понимаю. Ну, я бы, если бы увидел такого зубного техника, сказал, этот зубной техник меняет верхний мост с одного удара, а нижний мост меняет, просто посмотрев на обидчика. То есть, о чем я хочу сказать? Человек, который физически крепок, судя по занятиям, ответственен, дисциплинирован, понятен, как русский человек. И еще хорошо стреляет. А хорошая стрельба – это признак того, что человек правильно обращается с оружием. То есть человек знаком с культурой оружейной, что немаловажно в приобретении, хранении и использовании оружия. Почему? Для того, чтобы не сделать ничего плохого. И также и многие участники перестрелки 2021, город Кострома, является человеком, который вызывает такое впечатление, что он тоже готов к труду и обороне, и готов к жесткой обороне, именно обороне. Даниил Кузнецов, зубной техник. А сейчас, пока он будет бежать, я у него обнаглею и спрошу, из какого он города. Царь. Я. Царь Иван Васильевич, великий князь. Это я, да? Добрый день. Добрый день. Еще раз. Вот, ну вот, без таких людей шоу бы не удалось. Есть! Как здорово стреляет. Это просто... Отлично, отлично. Это круто. Все в цель. Все в цель. Даня, ты с какого города, брат? Москва. Москва. Город Москва. Ну вот, прилетели к нам грачи, стрелки-москвичи. Теперь у нас новая будет пословица. А то думаю, что москвичи у нас только единственное там на лаунже отдыхают, чилят. Не, на самом деле есть вот такие вот москвичи. И с таким москвичом бы я бы не хотел конфликтовать лично, несмотря на мои размеры и маленькое, небольшое инвалидное умение владеть оружием, а именно стрелять. Так нельзя. Отлично. Есть попадание. И Даниил выходит на последний рубеж, снайперская винтовка. Давай, давай, ребят, красавчик! Где с тобой тут? Давай, один давай, давай. Выдохни. Чисто на изиче. Там. Красная, да? Красная. Дышит на черном спокойно, щите. Красный спокойно. Центр. Дыши. Той мишени, по которой вчера. У тебя прям пот течет еще, ну, я стараюсь. Я стараюсь. Выложился по полной, молодец. Как твои эмоции? Что тяжело? Карабин, он, ну я считаю, что он не пристрелен, короче. Я умею стрелять, и он пристрелен не туда. Я так считаю, мое. Диверсанты, да. Диверсанты. Но он сейчас все сделает из него, и я окажусь неправ. Это нормально. Посмотрим. Я в 1/2 финала зарубался с Игорем Петровым, представителем профессии изготовитель оружейного тюнинга. 32 года парню, воспитывает сына. Стартовый выстрел Шелестова и жилет от компании Stetker на Игоре Петрове. Снаряжает его в данный момент дробач, дробовик, помповое оружие, называется. Не знаю, почему помповое. Но это опять говорит о том, что вот мне надо чаще заниматься стрелковым ремеслом, чаще погружаться в эту тему, если уж меня позвали сюда. Так, есть первая мишень. Так, есть. Есть, попал. Попал. Оранжевый дымок полетел из тарелочки. И Игорь Петров. Город Москва. Молодец. Молодец. Все четко. Он немножко запнулся, он в покрышках, но переживает, это финал, представляете, все внимание всех зрителей, участников на нем, это большое давление, я вам скажу. И здесь нужно иметь не то что мужество, здесь нужно иметь психологическую устойчивость, когда на тебя смотрят много пар глаз, да. Вот кто-то желает победы, а кто-то желает не победы, кто знает, смотрят совсем другими глазами. Дай! Итак, дай! Есть попадание, молодец, еще есть 4 выстрела у Игоря Петрова. Дай! 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 Все, ружье переламывай, бери сар, пристегивай магазин, 5 патронов, 5 мишеней на холме, круглые мишени. Так, поправил для себя приклад и сделал чуть-чуть подлиннее его, знает парень, что делает. Так. Пока не попал, еще есть 4 выстрела, есть попадание, второй выстрел, есть еще одно попадание, наверное. Еще одно попадание, еще есть выстрел. Это феноменально. Самое большое количество в 1/2 финала набрал Игорь. Своя ноша, говорит. Если я занял последнее 8-е место среди этих 8, то самое большое количество баллов набрал именно Игорь. Ты рано говоришь, я еще держал. На позицию. Обойдя именитых стрелков проекта перестрелка, что пистолет, попадание, есть попадание, есть попадание, есть попадание, есть попадание. Так, давай. Примерно что-то подобное было и у Даниила. Примерно, но не, мне кажется, Данил получше расстрелялся в магазине на пистолете, мне так кажется. Чуть-чуть у него было побольше попаданий, и сейчас нужно попасть по одной из красных мишеней из этого карабина. 3 выстрела. Конечно же, нагрузка, да. Stetker. Фитнес-мешок от компании Stetker. Красная в ложбинке должна быть, да? Да. Так, время идет. Говорят, из зрительской группы есть второй выстрел, и, к сожалению, есть последний промах. К сожалению, промах. Один раз попал. Вот именно на этом рубеже попал Даниил. Я выхожу за ограду и наблюдаю здесь в одиночестве практически. Нет, надо зайти за линию огня, за линию вообще просто зайти куда, чтобы, не дай бог, по какой-то причине, вдруг там муха села, там еще что-нибудь. Всякое может быть, любая нештатная ситуация может привести к трагедии. Это говорю о том, что культура оружия должна быть высокая для того, чтобы обращаться с оружием. Есть. И закончил свою борьбу. И этим символичным выстрелом закончил сегодняшнюю перестрелку. Попал практически все мишени из карабина, из арки. В своих руках это все пристрелено великолепно оказалось. Молодец. Что было самое сложное? Мешок тащить. Карабин. Карабин. С открытых. Прицел незнакомый. Да и не стрелял я с них до вчерашнего дня. Как, в принципе, и с арки. То есть арку в руках вертел, держал. Но так, чтобы пострелять, еще и на точность. Отдышись и готовься к подведению итогов. Ну что, друзья, у нас прошел финал перестрелки. Мне дали результаты, и они такие: Игорь, ты сбил 27 мишеней, что на 2 больше, чем у Даниила. Даниил, у тебя 25. Но Даниил прошел за 5 минут 35 секунд, а Игорь за 6 минут 24 секунды. А по условиям наших соревнований, те, кто быстрее, добавляются 5 баллов. Поэтому баллов у Игоря 27, а у Даниила 30. Даниил, поздравляю тебя! Поздравляю победителя перестрелки этого сезона! Банк твой! Да! Мы хотим тебе вручить небольшой сертификат, утешительный приз. Тебе хватит на патронов? Намного не хватит. Губу не раскатывай. Ну, они будут. Хорошо, что... Нет, достаточно для того, чтобы потренироваться и для того, чтобы свои навыки приумножить. Я бы сказал, что вот такие мероприятия одни из самых влиятельных вообще, потому что спортивных соревнований, объективно, по стрельбе самых разных их очень много. В каждом городе их просто вот, ну, до хрена. А здесь мы получаем праздник оружия. Наверняка те, кто будут это смотреть, знают такую передачу, как «Разрушительное ранчо». Вот мы получаем эмоции разрушительного ранчо в России. И потому что мы здесь ничем не ограничены. Ни по боеприпасами, ни типами вооружения. Здесь есть все, ты ко всему этому имеешь доступ, настреливаешься. Это уникально, и это пушка-вышка. И на самом деле такие мероприятия, они раскачивают оружейную культуру гораздо лучше, чем соревнования. Ну, на мой взгляд. Моя пушка в деле every night. Выпускаю поле to the sky. Русская рулетка у виска. Пули в тарге, сумки папки, кто тут папки? Не мы топим тапку лаву, сукам плакать, а их траблс плакать. Хакнул рамки кингов, я научил искать. Что там за планы на день? Добавь еще пару нулей в куш, мое оружие в ней. Дай! Там весь мой крокшит, твои поле булшит. Пополняю банк мамон и ран. Лайки дали, черный плеск, как тут летали. Широкилы, give me money, конца хас, не трожь руками. Я как самый главный гавин, что устроил твою парень. Хеликоптер, желтый ламбо, люсилью на рану сахар. Weapon leak, на блок, на поток, мой флок. Рост, кусок, выйдем на Hollywood Hills. Мой железный друг, он мой крыл. Моя пушка в деле every night. Выпускаю пули to the sky. Русская рулетка у виска. Черный ствол, стали пол, снайпер, башня, он убрал.